После таких веселых ребят сложно на самом деле выступать с чем-то грустным, типа того, что пишу я, но я надеюсь, что вам понравится, и я все-таки начну с более легкого, по крайней мере, в моем собственном восприятии. Да, я вижу, что ты уже напиваешься, Стас. Произведение называется «У меня был друг». У меня был очень хороший друг, но на дружбе поставлена пауза. Он переехал в другую страну, мы лишь изредка ночью общаемся. У меня был очень хороший друг. Вечерами мы часто писали стихи, но однажды он позвонил поутру и просил его за что-то простить. У меня был очень хороший друг. В выходные мы часто давили вискарь. До сих пор второй стакан наливаю ему, стараясь от нервов не расплескать. У меня был очень хороший друг. Мы не виделись уже несколько лет. До сих пор кажется, что он еще тут. Просто спрятался где-то во тьме. У меня был очень хороший друг, но на дружбе поставлена пауза. Он переехал в другую страну, из которой не возвращаются. Спасибо. Следующее произведение называется «Она». Оно довольно короткое, из серии любовной лирики. Она рисует мне небо на потолке, наброски. Она любит, когда птицы в окне и космос. Она очень любит запах кассет. Она каждое утро смотрит на свет. Она рисует мне небо на потолке, там грозы. Она любит, когда птицы в окне, на тросах. Она очень любит, кажется, нет. Она каждое утро смотрит на дверь. Спасибо. Теперь немножко потяжелее. Следующий стих называется, ну, у него две версии названия есть, «Привет», а вторая версия названия, «Плевать». «Привет». Время капает волокордином в стакан. Я не успеваю его вовремя осушить, вешаю на шею смердящий зажим и делаю вид, что люблю пострадать. Пуская слезу, чтобы публике в радость, обезьянка, жонглирующая афоризмами. Не нахожу себя, хоть и взгляд пристальный. Наверное, уже ничего не осталось. Разучился верить лживым фразам людей, но ради них постоянно опускаюсь на дно. Ежедневный ничей, постоянно никто, собирающий слезы в выдуманном нигде. Недавно лезвие передавали венам привет, а я все жду, когда солнце расплавит в сердце металлы. Умоляю, сожги, я так хочу быть твоим икаром. Только скажи мне, как до тебя долететь. Взглядом горгоны в камень не обращен был, либо разница слишком мала, чтоб узреть. Я устал уже мыслить о счастливой весне, у меня ее ожидание глубоко засело в печенках. Прихожу свой до блеска надраенный склеп, засыпаю, чтоб снова проснуться в поту, от кошмарных изысков пальцы ломая о грунт, потому что никто не захочет делить со мной снег. Саша, тут возникла идея, тебе надо под музыку регги стихи свои попробовать сделать. Вот. Серьезно? Да, почему нет? Я чуть-чуть от шока отойду. Кстати, вы Александру тоже задавайте вопросы. Вот. Я тоже разговариваю с вами, честное слово. Он любит отвечать на вопросы, он любит общаться с публикой. Вот. Но когда это все взаимно. Почему он об этом не знает? Теперь знаю. Мне же сказали об этом. А что для вас первично, содержание или рифма? Первично содержание, конечно. Поэтому содержание. Некоторые слова вы сознательно не рифмуете, да? Там присутствует рифма, может быть, как-то не так это произношу, но рифма есть. Там в некоторых местах она может не услышаться из-за рифмовки А, Б, Б, А. То есть, пока читаются две центральные строчки, можно забыть первую просто. И в этом. Да. Очень красиво. Хороший вопрос. Жизнь красиво. Саша, какой у тебя город мечты? Какой-нибудь, я не знаю. Вопрос на засыпку.
Ну, отвечаю. Это как должны отвечать нормально все музыканты, наверное, все поэты. Этот город. Просто. Правильно, молодец, пришел. Поехали. Следующее стихотворение, которое хочу прочесть, называется «Девочка в ситцевом платье». Солнце исчезло в рваном закате. Люди в домах расправляют постель. Покидает молчаливое общество стен девочка с мятым зонтом и в ситцевом платье. В ее руках книжка со сказками, в ее глазах немая печаль. Она любит гулять по ночам и учится верить в прекрасное. Ее волосы нежно развеяны. Она говорит, ветру так хочется. Она всегда в одиночестве. Но верит, что счастье найдется, если потеряно. Она... Ей смотреть на людей слишком грустно. В них лишь болью наполненный мир. Каждый второй никогда не любил. Но она мечтает, чтобы в них разгорели заново чувства. В городе снова светает. Пора возвращаться домой. Девочка в ситцевом платье возвращается вновь. Она закрывает глаза и засыпает. И тает. Солнце исчезло в рваном закате. Люди в домах расправляют постель. Девочка с мятым зонтом и в ситцевом платье никуда не пошла. Она умерла во сне. На самом деле, что-то как-то непривычно вообще в тишине читать. Обычно с группой выступаем, там кто-то орет. А стихи читать, что-то такая тишина, аж страшно. Саша, расскажи о своей группе. Вообще, почему возникла вот группу создать? Почему ты в ней поешь, а вот не играешь там на гитаре, там ни на басов, ни на барабанах? Потому что есть такое мнение, что просто... Песни, которые пишу я, как бы уже сколько раз пробовалось, их никто не может подать именно с той же интонацией, с теми же эмоциями, которые хочется передать действительно. И мне как бы самому становится как-то неприятно от того, что кто-то передает мои эмоции как-то неправильно. Вот, а группа сама возникла. Это просто взяла, то возникла, собрались как бы, ну... Люди, любящие грустную, временами драйвовую, но опять же грустную музыку. Вот. А вот ваш стиль ассоциирует с эмо-стилем. Вот это правда или нет? Или мы ошибаемся? Да, это правда. Как бы всему виной вокалист. То есть вы последняя группа в Эшкарале, которая эмо занимается? По-моему, да. Поаплодируем. Это вымирающий вид. Красная книга в стиле. Следующий стих называется «Ничто не вечно». Ничто не вечно. Мы ныряем в омут беспечных, забывая в нем всю человечность, что копили для близких людей. Время не лечит от старых потерь, но не преминает накинуть новых. Мы готовы всегда открыть двери и встречать самым добрым словом тех, кто нас позже выбросит в урну, как окурок, истлевший до фильтра. Жизнь дала нам бездушный урбан вместо свободы, обещанной в фильмах. Но мы ведь сами когда-то похерили солнце и решили уже не пытаться лететь. Покажите мне хоть одного канатоходца, что не завязывал висели в петель. Мы сами решили, что нет ярких красок. И когда-то любимый кукольный домик уже слишком детский, из пластмассы. А помните, как все любили кататься на пони? Уже не читаем о пряничных замках. Дайте нам умных, без картинок и черствых. Завели счета для важности в банках. Кажется, мы заигрались во взрослых. Друзья, мы не помним, как спорили за качели и мечтали однажды стать старше. Но все так же пугают в комнате тени. Почему мы на всем поставили точку? Знаете, я ведь до сих пор ненавижу туманную кашу. Особенно если с комочками. Александр, а ваши кумиры, поэты, писатели, кто они? Как их зовут? Можете назвать пару фамилий просто? На самом деле я на днях еще раз пересматривал, вот как раз готовясь свое творчество, и такой ужаснулся. В общем, слишком много взял от Блока, Бродского, Маяковского даже. Вот. Серебряный век, он классика, что можно сказать? Ну, кстати, вот до тебя, Александр, тоже выступали девочки, они тоже вот от Серебряного века.
без ума, можно так сказать. Ну да, проще не выходить из комнаты, действительно. А Пушкин как вам? Ну, Пушкин, он достаточно много внес в культуру, но, в принципе, если его сравнивать с многими поэтами, которые шли после него... если его рассматривать как человека, который дал толчок, он велик, но если брать конкретно его сами стихи, то он немножко меркнет среди других классиков, которые шли уже после него. Они выглядят уже как-то более детскими, на самом-то деле. Ну, как бы это мой взгляд, у каждого, я думаю, он свой. Я считаю, примерно так. Саша, у тебя есть какой-то псевдоним? Да, определенное время, когда я постился на стихи.ру, у меня был псевдоним «Тонущий среди тишины». А почему ты такой выбрал его? На самом деле, просто очень люблю тишину, и вечно не получается в ней утонуть, и как бы так в голове сошлось, что, в принципе, он звучит довольно депрессивно, и люди, как бы, если на него нарвутся, они точно не ошибутся, что они будут сейчас читать. То есть это бывает такое, что кто-то что-то услышит, и потом, а что так грустно? Действительно. Вот. Примерно так он и возник. Александр, а в этом году на Новый год вы загадали желание? Я вот, например, нет. На самом деле... Как же ты теперь? На самом деле, который Новый год уже я просто абсолютно не помню, что я там загадывал, не загадывал. Проснулся и ладно. А Дед Мороз ждет же... Кстати, Дед Мороз... Это тоже все такое немного детское уже, да, по-моему? В этом году Дед Мороз остался на Новый год без Снегурочки. Главное, что Походу. Вера была. То есть тебя не взяли. В Деда Мороза оставалась. Вера Деда Мороза – это святая, на самом деле. Тема народу близка. А есть стихи, Саш, у тебя, посвященные вот Новому году, там, Рождеству и так далее? Нет. Новогодним праздником? Нету. Новогодние игрушки. Это на будущее, может, в следующий Новый год мы тебя пригласим. Сейшенс. Нет, Новому году нет посвященного, потому что я верю в Деда Мороза, но считаю, что он последний ублюдок на самом деле. Ну, так. Вот. Почему? Вы разрушаете веру в него. Я не разрушаю. Хорошего, доброго дядьку. Вот в хорошего, доброго дядьку да рушил. Это он ты сломал мне жизнь. Я 26 лет верил в Деда Мороза. Теперь еще 26 лет не верю. Ты сейчас можешь в него верить. Вот. То, что старый дядька, который не приносит подарки, обманывает детей. Жестокая бородатая сволочь, серьезно. Это субъективно. Не, мы про разных людей говорим просто. Всем же разные приходят. Ну да. Тогда ждем от вас еще стихов. Следующий стих называется «Если мы не проснемся». Что, если завтра мы не проснемся? Или проснемся кем-то другими? Что, если к нам постучится нежданное солнце, и мы будем его рисовать от руки? Что, если больно больше не будет? Что, если страх весь был понарошку? Что, если в мире есть добрые люди, и никто не оставит след от подошвы в безобразно наивной душонке? Столько если аж во рту пересохло. Но на самом деле в жадных до счастья речевках легче не думать о способах сдохнуть. А ты также любуйся закатами, рыдай над дешевыми травмами. Дальше спасайся, дальше беги, и спасайся опять своими же препаратами. Ну вот я мразь. Раздолбайская, неподготовленная мразь. Импровизируй! Поэтому Дед Мороз забил на тебя. Саш, тут зрители спрашивают, а кем ты видишь себя в будущем? Насколько отдаленным? Хотя бы ближайшим. Насколько отдаленно ближайшим? Через 2 года. Какой 2 года? 2 часа. Надеюсь, не спившимся... музыкантом, очень надеюсь. А эта проблема уже стоит? Тогда надо к психологу, 3000 час и все, можно поработать с тобой. Психолог Вячеслав Абрамов, давайте обращаться к нему.
На самом деле у меня вот этот стих, который сейчас я так и не смог вспомнить, был последний. Ах, люблю заговнить все под конец, конечно. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, я перед ходом отвечу. Саша, ты репетировал свои стихи до этого? То есть ударение на какие-то слова, допустим, или то, как ты их произносишь, бывает ведь по-разному. Я их не репетировал, я их произносил, как бы в голове озвучивал определенными отрывками, пока я их писал, то есть из тех, которые я помню, опять же. Вот, некоторые стихи я перечитывал после провала в памяти и как бы, в принципе, выстраивал их просто так, как мне не показалось правильным будет звучать и все. Ну, в принципе, я их не читаю, я довольствуюсь тем, что я их написал, выбросил на стенку, и кажется, что типа эмоции ушли. Вроде бы как они теперь не твои. Как бы легче становится. Вот. Чисто единственная цель написания этих стихов. Саша, вот есть эмо-рэп? Просто новое направление бы открыл. Подкол в точку, да. Но как бы он уже... Он называется немножко иначе. Этот стиль называется Suicidal Depressive. И он присутствует. Он давно уже как бы вертится в этих кругах. Там есть свой узкий круг людей, которые это слушают, которым это нравится. Саша, типа того. А почему ты ушел как бы из рэп-культуры и перешел в рок-индустрию, скажем так? В рэп-культуре я добился всего, чего я хотел там добиться. Там дальше уже просто пошла ситуация бега за деньгами, но... Что ты сделал для хип-хопа-то вообще? Сейчас отвечу. Сформулированный ответ. Закиш что-нибудь? Вот, то есть там дальше пошло уже как бы... Деньги, началась работа уже либо идти за публикой, либо эта публика отвернется. И как бы мне пришлось сделать выбор, я сделал выбор в пользу творчества, а не публики. И в итоге у меня осталось там человек 5-7, наверное, из людей, которые меня слушали. В определенный момент я как бы по техническим и поэтическим данным достиг того, что я хотел, и просто ушел, потому что некуда было идти дальше. А можешь что-нибудь из старого? Ну, рэпчик типа зачитать. Ну вот, дай, да. Немножко. Я могу из... На прощание. Я могу из более нового. Меня тут один вот присутствующий человек тащит в рэп-кор. Можем ему микрофон дать, пусть он поможет тебе. Или только приветствуется. Я маленький отрывок. Давайте все вместе попросим Гошу помочь ему. Сейчас попробуем. Новый передоз, депрессия, стены обитают, призывая к страху. И вроде бы хрен с ними, но что-то не весело, когда твоя жизнь обернулась плахой. Это зеркало просит войти в него, обещая достижение мнимого приза. Белый кролик просит стать их лидером, но я не хочу быть для них Алисой. Жизнь падает на дом, но скоро все утонут. Все давно готово, я собрал свои вещи. Ты еще пока можешь найти меня по стонам, но только помни, никто не вечен. Этот мирок окончательно выцвел, на удачу устал пенять. Если найду в себе силы вскрыться, не вздумай спасать меня. Что-то типа такого. Ты вообще норм, как бы. Ты подготовь программу, и мы тебе с рэп-программой, короче, здесь видим. Вот. А Сережа будет там играть. А вопросик можно? Да, конечно. Все стихи такие грустные. На самом деле, я уже в течение, сейчас не соврать бы, приблизительно около 4 лет пытаясь выдавить из себя, серьезно выдавить просто хотя бы лживый какой-нибудь последний грязный стишок, который будет добрым, светлым и хорошим. Вот про девочку в ситцевом платье я честно, вот искренне признаюсь, я пытался его написать хорошим. Пытался написать добрым, он почти получился, но в конце, в общем, короче, она решила умереть под конец. Не знаю. Как уже сформулировали. Да. Не подумал. А это было ее решение. Саша, ты когда-нибудь слышал Доберман Клан? Да, приходилось, пару раз замечал. А Вутанг Клан? О, это вообще нормально. Ну тут, да, приходилось, конечно, не ответишь, конечно, слушал. А ты бы хотел с доберами на одном фестивале выступить? На самом деле нет. У нас очень разная стилистика. И либо мои слушатели его не поймут, которые там еле остались, либо их слушатели просто не поймут меня. Вот и все. Ну, многие уверены, что рэп связан с наркотиками. Ваше отношение к этому и ваше мнение об этом?
Тебе заплатили, что ли? Саня, это не мой наркоконтроль. Ну, как сказать, то есть пропаганда наркотиков это на самом деле очень плохо. Употребление их – это мнение каждого человека, на самом деле, я не приветствую это и как бы не пытаюсь это останавливать. Просто кто-то употребляет их, кто-то нет. Это дело каждого человека, но пропагандировать это считаю, что плохо. Даже как-то в старые времена был... Мне нужно было раскрыть тему для батла, то есть там просто дают название трека и нужно написать текст. И я написал о любви девушки с парнем под передозом, то есть. Компрометирующий вопрос. Если ты писал про эти стихи. Вот я и говорю, компрометирующий вопрос. Все, что все поняли, все поняли. Отвечает это нехорошо. Никакие, я же их не употребляю. И не употреблял, нет. Ты молодец, Саш. Давайте поблагодарим Александра. Пей алкоголь не надо, и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Александр. Ждем тебя еще раз здесь.